Не поймите меня неправильно, ничего не имею против девушек за рулем, но я дождусь, пока владелец этой машины выйдет, и я уверен, что это девушка. Я не знаю, почему нутро мне так подсказывает. Можно вас попросить, вот как вы можете прокомментировать вот эту машину, которую, я не знаю, как она здесь... Вы посмотрите, как ее припарковали. Вы не видите, что машина стоит? Вижу, с нарушением стоит. Ну, ужасно стоит. Идет водитель, я ему выпущу штраф. Друзья, я оказался прав. За рулем девушка. Вот. Что из этого ожидать? Но я дождусь, пока владелец этой машины выйдет, и я уверен, что это девушка. Я не знаю, почему нутро мне так подсказывает. Общественное движение стоп-кар. Да. Могли бы, пожалуйста, перепарковаться? Карим рядом стоит. Если это возможно. Ой, спасибо вам огромное за понимание. Машина сломалась? Нет. Вы просите? Нет, машина сломалась. Но если вы сейчас нажмете на газ, он не поедет? Мы же с вами знаем, в чем дело. Ну мы же знаем, но вы же тертые кулачи, ну ладно вам. Здравствуйте. Чтобы вы знали, мы вам наклеили наклейку, потому что вы на пешеходном переходе стоите. Можете. Ты сначала здесь снег очисти. Да? А сдать. А у вас глаза есть? Ну, ничего. Да. Я сейчас у тебя достану это все. Не-не-не, руками трогать не надо, а то камеру не трогаем. Руками трогать. И вы будете не выбрать это положение. Вы стоите между двумя знаками огромными, понимаете? Слепой человек их увидит. Я заехал сюда, поставить машину, зайти, взять, что мне нужно, и выйти. Ну, на полчаса машина стоит. И все, понимаешь? Полчаса, ты понимаешь? Что-то приходит, а как люди? Ты маленький мальчик, что ли? Я не маленький мальчик, вы просто на плевание замерзли, и все. На лице у тебя замерзли. Ясно. Да-да-да. Вечер добрый, директор ТТ, общественное движение стоп-кам. Вы, к сожалению, стоите на полосе движения. Могли бы, пожалуйста, перепарковаться? Что просите? Не, я понимаю, но вы видите, какой затор образуется из-за ваших коллег и вас. Я уверен, что ваш этот клиент сможет пройти пешком 20 метров. Но вы понимаете, что он отсюда начинается и вот так продолжается. Второй и третий ряд они стоят. Где угодно. Центр большой, вы можете стать. Вот я уверен, дальше вам будет свободно парковочное место. Смотрите, затор начинается, я сказал. Отсюда идет дальше второй, видите, там уже третий ряд. А дальше что начнется, кто знает. Перепаркуйтесь, пожалуйста, или я наклею вам стикер на лобовое стекло. Я вас очень сильно прошу. Вот подойдите к другой машине. Такси заказывают. Пожалуйста, меня не трогайте. Я вас не трогал. Я вас до вас пальцем даже не дотрагивал. Пожалуйста, тогда уберите свой транспорт, который стоит вторым рядом. Пришло по заказу. Я рад. И вы вторым рядом стоите. Вы вторым рядом стоите. Я могу забрать. Вы можете, но не вторым рядом. Вы стоите вторым рядом. Вы стоите вторым рядом. Я отвечу за свои поступки. Пожалуйста, перепаркуйте. Я клиент. Я очень рад. Берите машину. Берите машину. Вы отвечаете за свои поступки. Я отвечу. Не за мои. Можно было по-хорошему. А вот что вам стоит? Вы вторым рядом стоите. Вы это знаете? Вам вообще все равно на людей, вам плевать. Двери на мое имущество вы трогать не будете. Я точно так оставлю. Как я не трогаю ваше имущество. Вы встали вторым рядом, посмотрите. Я ваше имущество трогаю.
Ваше имущество стоит вторым рядом. Да, ваше имущество. А, у нас по теме ты мне, я тебе идет, глаз за глаз, око за око. Вы вторым рядом стоите и говорите, обоснуйте. Я вас прошу по-хорошему, прошу по-хорошему, по-человечески. Понимаете? По-человечески. Хорошо, по-человечески. В любом свободном парковочном месте, не вторым рядом, не вторым рядом. Машина ваша, машина ваша. Я очень рад. Ребят, заедьте в эту гостиницу, заедьте туда внутрь, если вам так нужно. Но вторым рядом не стоит. А ехать не можно. Я вас уверяю, за последние несколько месяцев это первый таксист, который ведет себя неадекватно. Первый из сотни таксистов. Вы по видеороликам можете их видеть. Номера сними. Одной буквы не хватает, чтобы как бы подчеркнуть, что за человек за рулем. It's me, Kamparik, your translator, and I got a message for you. Don't worry, the fact that you hear my voice doesn't mean that there will be more voiceovers. That was bad, and so we're not coming back to this. I just want to address the situation that goes on with Stabdishbek now, and with our videos. Yeah, because... as you can understand, those things are related, and closely related. It's hard now. The set goes through a very hard time. We're not able to film new videos, like, almost. All of guys are going through courts and trials. A lot of guys are just convicted unlawfully, but it's not that we can do much about this right now. A lot of our guys are in other countries. A lot of our guys are trying to make a living through like second or third job. Those translations are actually my second job. So yeah. This was hard for everybody. And there are not a lot of fresh videos to translate, so the main translation channel covers them all. And we, as the channel which was made to translate some old videos that are harder to translate and were just left out by the main channel, we have to translate not like 1 or 2 years old videos like we did before, but sometimes 4 or 5 years old videos now. So, well, yeah, the quality is dog shit, and you can see that in this video, but that's what we have now, and it's not like we can do much about it. And also, these videos are kind of short, like 7 minutes. Yeah, was that? It's not like 2023 YouTube, which has the rule if your video is not 10 minutes long, then you're fucked, basically. So, yeah, that's one of the purposes of this message. So, if you're listening to my whole speech, I'm very glad you did. Thank you a lot for your support, for your comments. I read almost every single comment on those videos. I try to answer a lot of them. Some are just questions that are answered under every single video. So I leave this one out. So don't worry. Write something. I'll try to like. Thanks again for your support and for letting me prolong this video for a couple of minutes to reach this 10-minute mark. I love you all, guys.
be safe and fight rudeness, start with yourself. Bye.